тут вот странная совершенно ситуация. Думаю, что чутье показывает, что там не все в порядке, что если даже он с собой покончил, то неспроста это. Не за то, что ему инкриминировали. Да, но я думаю, что там все совсем не так. В Саратове бывший пожарный поджег дом ради дальнейшего ремонта. Да, тут какого-то вот цапнули дяденьку 25-летнего, который занимался строительством и поджег дом. Вот помнишь, мы говорили, на рабочий поджег, очередной дом сгорел, мы говорили, поджег это 100%. Ну, видишь, наконец они задержали. И мы-то думали, что это сожгли для того, чтобы расчистить площадку, что это наш замечательный тут товарищ, который всех жжет, поджег, а тут, оказывается, нет, вот какой-то гражданин, чтобы ремонт делать. Я вспоминаю, как я работал, когда в милиции на Первом Акмолинском дом 7 сожгли жильцы, чтобы переселиться, представляешь, вот это вот было реально. Такая, ну, на чё идут уже иллюзия, да? Интересная такая история, как-нибудь надо рассказать. Так что, видишь, тут, конечно, отморозок полный. Если это правда, я думаю, что это правда, то это вообще ужасно. Россиянин похитил 17-летнюю девушку из Грузии.